для них, для людей, как их еще называют, с особо уважительным звучанием слова «серебряного возраста», проживающих на нескольких улицах Щелково, где депутатами городского совета избраны Максим Столбов, Андрей Якубов и Вячеслав Артемов, уже не первый год традиционно в октябре проводится праздник, посвященный Дню пожилого человека. В Щелковском районном культурном комплексе он состоялся и в этом году. Ветеранов пригласили на концерт, который проводился для них при участии профессиональных и самодеятельных артистов главной концертной площадки нашего города. Каждый год мы с моими коллегами Вячеславом Александровичем Артемовым и Андреем Юрьевичем Якубовым здесь проводим праздник «День пожилого человека». Эта традиция берет свое начало еще где-то с 2009-2010 года, как мы только избрались первый раз. Во-первых, спасибо им, что они есть у нас. Это наши горожане, это наши избиратели. Спасибо за то, что они приняли активное участие в выборах. В этот день депутаты стремятся порадовать ветеранов не только концертом, но и словом и делом, оказать им всяческое уважение, выразить признательность за многолетний труд, за участие в общественной жизни города. По окончании концерта каждому ветерану преподнесли памятный подарочный набор. Вот то добро, которое делает депутат, оно к нему возвращается. И человек, конечно, который что-то сделал доброе, он испытывает огромное удовлетворение. И ради этого депутаты и идут в основном, баллотируются на эту должность и стараются наказы избирателей исполнять. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».